heaven on earth. Это ваша земля обетованная, ЮАР, Африка и другие страны мира. Эта пандемия не будет определять нас. Вопрос не в том, через что мы прошли, а куда идем. Я знаю, что некоторые из вас прошли через самые трудные времена в жизни. Вот почему мы должны поднять сегодня утром руки к Нему. Возложите все заботы на Господа Иисуса. Он любит вас. Поднимите еще раз руки к Нему. Я ощущаю, как Бог забирает бремена у людей, разрушает иго над жизнями людей. Вы проходили через трудное время. Тот факт, что вы смотрите нас или находитесь в церкви, означает, что Бог не закончил с вами. Возложите все заботы на Него, протяните к Нему руки, не поддавайтесь разочарованию, заботам, тому, с чем вы столкнулись. Он здесь. Он забирает бремена, разрушает иго, спасает, избавляет. Он на этом месте. Поднимите свои руки к Нему. Мы поднимемся из руин, поднимемся из пепла и войдем в нашу землю обетованную. Восклицайте с радостью, как хорошо снова быть вместе. Поднимитесь перед своим телевизором. Аминь. Вы пришли. Никто не знает этого, но вы здесь. Я приветствую зрителей ТБН. Сотни тысяч людей смотрят нас на ТБН. One Gospel, Praise TV. Давайте поприветствуем их. Нас также смотрят на Фейсбуке, Ютубе, CRC Онлайн. Слушают по радио. Нас смотрят в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Пакистане, Китае и Африке. Этот день сотворил Господь, и я буду радоваться и веселиться. И пока вы стоите, поднимите руки и скажите: «У меня есть будущее». И надежда. Не имеет значения, где вы. Зимбабве, Кения, Нигерия. Где бы вы ни были сегодня, у вас есть будущее и надежда. Не забывайте про Dream Week. В воскресенье утром мы будем говорить о Dream Week. Когда это будет? В среду. В четверг, в пятницу и воскресенье. Это будет удивительно. На следующей неделе, в среду, четверг, пятницу и субботу, немного новостей. Мы встречались с президентом и вице-президентом, а также министром здравоохранения и другими министрами. В четверг мы снова говорили о том, что нас, верующих, ограничивают уже 19 месяцев. Мы хотим, чтобы церкви открыли. Мы говорим об этом ясно. Мы знаем, что президент будет выступать сегодня. Пожалуйста, не говорите, что вы проконсультировались с религиозными лидерами и даете нам 100 мест. Этого мало. Мы хотим, чтобы церкви открыли. Нам нужно, чтобы хотя бы половина могла поклоняться Богу. Спасибо. Наша страна страдает. Количество преступлений растет на 76% больше убийств и на 65% больше депрессий. И ни одна политическая партия не может дать ответа. Этот моральный упадок возник из-за того, что церковь убрали из общества. Все церкви едины в этом вопросе. Мы сделаем пресс-релиз во вторник после обращения президента. Мы должны ответить на нужды людей. А в ЮАР, если вы можете сесть в автобус, такси или самолет, то почему вы боитесь приходить в церковь? Многие из вас вакцинировались. Так чего вы боитесь? Вернитесь во дворы Божьи. Аллилуйя! Скажите «Аминь» и присаживайтесь. И открывайте свои Библии со мною на втором послании к Коринфянам, 12 главе. Давайте перейдем к слову надежды и ободрения. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит здесь: «И чтобы я не превозносился,
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Он рассказывает, что это за жало. Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей. Аллилуйя! Ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я хочу, чтобы вы подняли руки к небу и сказали: когда я немощен, тогда я силен. Это тема моего послания. Скажите это вместе со мною сейчас. Скажите: я сильнее, чем считаю, во имя Господа Иисуса Христа. Я сильнее, крепче, чем считаю. И вы можете спросить, откуда появилось это послание. Я регулярно хожу в зал. Я увидел человека с футболкой. Я крепче, чем кажусь. Я подумал, это хорошее название. Это то, что нам нужно. Ведь когда становится трудным, то крепкий человек продолжает идти. Никто не мог подумать, что мы будем здесь после 19 месяцев. Никто из нас не думал, что мы переживаем пандемию, локдаун. Многие из вас закрыли бизнес, потеряли близких. Многим из вас хотелось бросить все и сдаться. Иногда мы теряем всякую надежду, но я здесь для того, чтобы сказать вам, что вы сильнее, чем считаете. А все благодаря благодати Божией. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Библия говорит, что Бог не позволит вам столкнуться с тем, с чем вы не можете справиться. Он даст вам выход, чтобы вы могли перенести это. Иногда даже я думаю: «Боже, ну сколько это будет длиться? Нам постоянно приходится подстраивать паруса. Я знаю, что вы молитесь за меня, но я также знаю, что Божья благодать реальна. Его благодати достаточно. Бог не бросит вас и не оставит вас. Когда вы пойдете долиной смертной тени, это не будет время, чтобы бросить все, даже если вам хочется. Не сдавайтесь, братья и сестры. Продолжайте идти к тому месту, которое Бог приготовил для вас. Он приготовил пир на глазах у ваших врагов. Я помажу твою голову свежим елеем. Ты снова будешь улыбаться и танцевать. Плач будет лишь короткое время, а утром придет радость. Когда Бог создал вас в утробе матери, то создал вас с дарами и талантами, аллилуйя, со способностями, выдержкой, чтобы встретиться с теми трудностями, с которыми вам предстояло столкнуться. Задолго до того, как пришла пандемия, Бог знал, что мы будем жить в ней, все испытания, с которыми вы сталкивались. Вы здесь и не сдались, потому что вы сильнее, чем считаете. Вы сильнее, способнее, благословеннее и лучше. У вас больше способностей, чем вы представляете. Ведь великий Бог живет внутри вас во имя Иисуса. Независимо от того, с чем вы сталкиваетесь, Его благодати достаточно. Он не поведет вас туда, где не сможет сохранить, где не будет Его благодати. Мы видим Павла, мужа Божьего, который написал 2/3 Нового Завета, и который говорит о жале во плоти. Это была проблема, с которой он боролся. Мы знаем, что это была демоническая личность. Многие богословы говорят, что это была болезнь глаз. Другие говорят, что это была личность, которая натравливала на него толпу. Все это не имеет значения, потому что у каждого из нас есть свое жало. У вас обязательно будет свое жало. А вот почему Библия не упоминает название жала. Мы любим называть все, но вопрос не в этом. Павел говорит: «Я боролся с этим. Я молил Бога убрать это». Но он сказал лишь: «Достаточно для тебя моей благодати. Будьте сильнее». Когда вы слабы, будьте сильнее. Когда вам кажется, что вы на дне, поднимитесь повыше. Когда вам хочется сдаться, не сдавайтесь.
потому что достаточно для вас Его благодати. Я знаю, что люди не видят вас за маской, и вы знаете, о чем я. Вы смотрите на жену и говорите ей: «Милая, ты сильнее, чем считаешь». Давайте, поднимайтесь на ноги и прославляйте Господа. Твое равновесие пошатнулось, но ты все равно оптимистична. Ты сильнее, чем считаешь, и все изменится. Я говорю, все изменится, как мы пели. Мы будем поднимать руки к небу, будем поклоняться Богу, будем доверять благодати Божией. Итак, три вещи, которые понял Павел. Первое. Он узнал, что Божьей благодати достаточно. Независимо от того, что сатана задумал против него, Божья благодать поддерживала и избавляла его каждый раз. Во втором послании к Тимофею, 3 главе, 10 и 11 стихах он говорит: «А ты последовал мне в учении и в житии, в расположении, в вере, в великодушии, в любви и в терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковы гонения я и перенес». Иногда нам просто нужно перенести все это. Мы должны двигаться дальше. Мы не можем перестать двигаться из-за пандемии. Если мы не можем бежать, то должны идти, брат мой. Если мы не можем идти, сестра моя, то мы должны ползти. Если мы не можем ползти, то должны тянуть себя вперед в будущее, которое Бог приготовил для нас. Не разбивать лагерь на ошибках и неудачах прошлого. Мы должны делать то, о чем говорит Павел. Оставлять прошлое. Прошлый месяц был плохим. Вы не можете изменить этого. Я забываю то, что позади. Прошлый год был плохим. Я не могу изменить его. Я оставляю прошлое и двигаюсь вперед. Когда я падаю, то поднимаюсь снова. Когда мне хочется бросить все, я не делаю этого, потому что тот дух, который воскресил Христа, живет внутри меня. Я сильнее, чем считаю. Павел понял, что Божьей благодати достаточно. Когда я слаб, то силен. Когда мне хочется сдаться, я не сдаюсь, потому что Его сила совершается в моей слабости. Когда у меня заканчиваются силы, приходит Его благодать. Второе послание Тимофею, 4 глава, 17 стих. «Господь же предстал мне и укрепил меня». Как нам победить наших врагов без Бога? Мы говорили президенту, вице-президенту и остальным в правительстве, что наша страна пойдет по пути морального упадка. И это случилось. Все религиозные лидеры в четверг сказали вице-президенту: «Хватит, вы не можете больше держать нас закрытыми, вы не можете убирать нас из общества, наш народ страдает». Нам нужно открыть церкви во славу Божию. Скажите «Аминь». Если вы любите церковь, то значит, вы любите Бога. Хватит, значит, хватит. Они хотят открыть пилотный проект. Мы открыли его в сентябре прошлого года. Вы опоздали на год. Мы доказали, что можем открыть церкви. Безопасно. Еще и ответственно. Это не игра, подростковая беременность, самоубийство. На прошлой неделе два человека совершили самоубийство. У нас большая церковь, но этот вопрос не дает мне покоя. Один из них был лидером подростков, а второй молодым бизнесменом. Ему было 30, и он совершил самоубийство. Вы думаете, что это нормально? Что я могу просто стоять и угождать правительству, которое не понимает, что у церкви есть своя роль в ЮАР? Без церкви боль будет лишь расти. Мы здесь для того, чтобы ответить на призыв небес. Да, ЮАР. Мы не выступаем против правительства. Мы стоим за то, что мы должны сделать. Если хорошие люди не будут ничего делать, то зло захватит мир. Мы не можем просто стоять и смотреть, как наших подростков насилуют. Преступность вышла из-под контроля, а мы должны молчать?
Сказано, Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники, я избавился из львиных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Господь избавит меня. Скажите это. Бог избавит меня, и верьте в это. Как бы ни называлась ваша страна, скажите «Господь избавит» и произнесите название своей страны. Можете сказать это во имя Иисуса и сохранить для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Во-вторых, Павел узнал, что он сильнее, чем считал. Если Бог сказал, то я могу, и независимо от оппозиции, от долины, от огня, даже если огонь поднимется в 7 раз, как это было с Сидрахом, Месахом и Абденаго, я не один, а Бог со мною. Его благодати достаточно. Бог поддержит меня в огне. Бог проведет меня через долину, сохранит меня и защитит меня. Его благосклонность окружит меня, как щит во имя Иисуса. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 12 стих. «Я знаю, что значит испытывать недостаток, и знаю, что значит жить с невероятным избытком. Я обучен секрету преодоления всего. Бог не ожидает, что мы распадемся на части при встрече с оппозицией. Мы должны полагаться на Его благодать и не распадаться. Мы не можем терять надежду, потому что мы сильнее, чем считаем. Он живет внутри нас. У кого-то из вас было много, а теперь у вас мало. У вас снова будет много. У некоторых из вас было мало, а станет много». Павел говорит, «Независимо от того, в каком состоянии я нахожусь, я научился быть довольным. Все могу в укрепляющем меня Христе. Я сильнее, чем считаю». Он научился жить, полагаясь на Божью благодать. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 10 стих, говорит, «Но благодатью Божией есть то, что есть. Я преодолею это благодатью Его». «И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Быть сильным не значит не сомневаться или не испытывать страха. Это означает, что вы принимаете решение быть сильным в благодати Господа Христа, как сказал Павел, «Когда я слаб, то силен». Многие должны научиться в это время полагаться на высшую силу, Бога. Не на соседа, а на Бога живого. Вы должны приблизиться к Иисусу Христу. Вы должны научиться двигаться через бурю, следуя за добрым пастырем, полагаясь на благодать Божию. 22-й Псалом. Я делился с вами в начале пандемии о том, что Господь — ваш добрый пастырь. Даже когда твой путь поведет меня через долину кромешной тьмы, страх не покорит меня, потому что ты уже сделал это, твоя любовь. И не имеет значения, где вы сейчас. Я понимаю, что многие люди устали от ковида, у них есть трудности, свои битвы, люди хотят бросить полотенцем. К нам на консультирование приходит так много людей, как никогда. Им нельзя помочь только через камеру. Нам нужно, чтобы люди вернулись в церковь. Нам нужно, чтобы люди пришли во дворы Божии. Нам нужно, чтобы люди вернулись к Богу. Ничто не может заменить самого Бога. Павел говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Аллилуйя! Притесняемы, но не стеснены. Потому что я сильнее, чем кажется. Потому что Его благодати достаточно. Когда у меня заканчиваются силы, Его благодать несет меня и держит меня во имя Иисуса. Он говорит, мы... в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы в шоке, в замешательстве. Мы говорили помощнику президента, «Господин президент, мы обращались к вам 19 месяцев, и вы не услышали ни единого нашего слова. Каждый раз, когда президент говорит о семье, мы оказываемся в трудных условиях. После того, как все религиозные лидеры встречаются с правительством, и правительство говорит, что проконсультировалась с нами, чего вообще не было.
Они информируют нас. Пасторы по всей стране говорят, вы согласны, чтобы церкви были закрыты? О нет, мы не согласны. Мы знаем, что церковь — это свет миру. Церковь — это надежда общества. Церковь — это то, что сохраняет общество. Если убрать церковь, вы получите моральный упадок. Это все равно, что убрать соль из пищи. Вы говорите, что можно просто служить Иисусу у себя дома. Что вы скажете теперь? Это не работает, потому что та молодежь, которая ходила к нам в церковь, теперь беременеет. По воскресеньям у нас собиралось 20 тысяч студентов и подростков. Многие из них сейчас связаны с плохими вещами, но они не виноваты. Их оторвали от Бога. Только Бог может изменить сердце человека, а правительство или закон не могут сделать этого. Я разговаривал с лидерами всех партий один на один. Я говорил, почему никто из вас не заступится за церковь? Вы называете себя христианами, но не можете поддержать церковь. Как вы собираетесь восстанавливать ЮАР без сильного духовного основания, без морального основания? Вы думаете, что восстановите страну, если уберете духовность из людей? Вопрос не только в духовности, а в морали людей. Простите, я не потерял рассудок, когда покаялся. Я не приверженец теории заговоров, но какой смысл проводить футбольный матч на 60 тысяч, не пуская зрителей? Один пастор сказал, почему церковь считают самым небезопасным местом? А вы что, приходите и приносите коронавирус в наши церкви? Некоторые пасторы открыли свои церкви в качестве центров вакцинации. 400 человек сидят в здании. Чтобы получить прививку. Но при этом не могут прийти туда, чтобы поклониться. Просто, брат, пойми, я за церковь. Это мое призвание. Я не буду молчать сейчас, когда нас смотрят миллионы. Церковь Иисуса должна быть открыта снова, безопасно и ответственно. Да. Люди должны вернуться назад в свои церкви, чтобы поклоняться Богу. Наша молодежь должна вернуться в церковь. Какой в этом смысл? Дети ходят в школу 5 раз в неделю. По 7 часов на день, но их не пускают в воскресенье на час в церковь, где мы можем явить им любовь, накормить их, помочь разобраться с болью. И возникает вопрос, в чем тут замысел? Правительство делает все, чтобы отдалить христиан от них. Я знаю, что многие из вас думают, что это политика. Но это вопросы царства. К сожалению, пока у нас не будет правильных политических решений, мы будем бороться с этим до возвращения Иисуса. Мы поговорим об этом в другой раз. Аминь. Мы должны изменить страну. Христиане должны подняться всюду, в школьных советах, на муниципальных выборах. Участвуйте везде. Вы должны быть солью и светом. Нашу страну не изменить одними лишь молитвами. Откройте глаза, я за молитву. Но большинство хотят лишь молиться, а потом отворачиваются. А мы должны молиться и действовать. Да, скажите на это аминь. Здесь есть кто-нибудь живой, а? Павел говорит так. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы переживем бурю. CRC может пережить бурю легче, чем любая другая церковь ЮАР, потому что у нас есть соцсети и телевидение. А еще у нас есть прямые эфиры. Мы выступаем не только от себя. Мы гонимы, но мы не оставлены. Возможно, люди... Возможно. Они отвернулись от вас на работе, на вашем рабочем месте.
У Бога есть лучшая работа для вас. Продолжайте двигаться вперед. Незлагаемы, но не погибаем. Он говорит, но имеет тот же дух веры, как написано. Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим. Мы говорим о будущем, мы пророчествуем нашему поколению. Мы говорим о хорошем, о наших мечтах и видениях. Мы смотрим за пределы звезд, за спины великанов. Мы видим молоко и мед. Мы смотрим на обетование Божие и становимся сильнее. Мы продолжаем идти. Мы не теряем надежды. Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа, неся надежду страждущему миру во имя Иисуса. Мы протягиваем руку помощи бедному ребенку. Надеваем обувь на его босые ноги. Один из наших бизнесменов, привет вам, купил сотни пар обуви и обул детей, которые ходили босиком. У этих детей не было обуви. Это и есть христианство, братья и сестры. Не нужно сидеть перед телевизором и сосать палец, думая лишь о себе. Мы находимся в мире, который страдает. Мы должны быть сильнее, чем любые замыслы. Церковь должна быть сильной, церковь должна встать и засиять. Мы должны стать голосом Божьим для тех, у кого нет надежды. Мы должны занять свое положение в обществе во имя Иисуса Христа, и вы можете сказать на это «Аминь». Он говорит, «Ибо кратковременное легкое страдание наше. Вы должны выбрать силу, когда вам кажется, что вы слабые». Книга Иоиля, 3 глава. В 10 стихе говорится «Слабый, пусть скажет, я силен». И вы скажете это сегодня. «Я силен, если вы слабы сегодня». Это не означает, что вы слабы. Просто вам нужно сказать то, что противоречит тому, что вы ощущаете. Ваши эмоции всегда будут следовать за вашим движением. Давид обращается к себе в 41-м псалме. «Что унываешь ты, душа моя? Депрессия выросла на 66%. А вы можете обратиться к доктору, но вам также стоит обратиться к Евангелию. Вы можете найти надежду и жизнь в Слове Божьем, созидая свою веру во имя Иисуса. Придите во дворы Божьи. Вам нужно общее помазание. И что ты смущаешься, когда люди впадают в депрессию, то смущаются, становятся тихими. О нет, вам нужно облечься в одежду хвалы ради Духа Небес. Вы должны радоваться, когда вам хочется скорбеть. Вы должны поступать иначе. Вы должны полагаться на благость Божью. Я знаю, что сейчас утро воскресения, но вы можете прославить Господа Иисуса, выбраться из безнадежности, отчаяния, раздражения, ограничений, страха и прославить Господа. Так что давайте. Блумфонтейн, Северный, Южный, Йоханнесбург, Претория и все, кто смотрит нас по телевизору, ведь сказано «Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его». Итак, надежда высвобождает дух славы. Вы не должны распадаться, потому что Божьей благодати достаточно. Вы сильнее, чем считаете. Я буду говорить это снова и снова. Вы крепче, сильнее, более помазаны и в большей благосклонности, чем остальные. Вы способнее, устойчивее, чем считаете. Вы сильнее благодаря благодати Божией. Хватит смотреть на себя, как на слабого человека. Начните смотреть на себя глазами Божьими. Гидеону пришлось сделать это, когда Бог пришел к нему. Гидеон прятался. Он не считал себя сильным и способным. Наоборот, он боялся. Он считал себя самым малым и слабым. «Я не способен ничего сделать». Но Бог призвал его. Каким был разговор Бога с Гидеоном? Когда Бог говорил с ним, он прятался. Бог сказал ему, «Господь с тобой, муж сильный». Что Бог говорил ему? «Гидеон, ты сильнее, чем считаешь». Независимо от того, насколько большой великан,
насколько сильно разочарование, насколько чудесным было будущее, когда он говорил с ангелом Божьим, Христом до воплощения, он спросил: «Боже, но где твои чудеса? Где 2019 год? Где вчерашний день? Ты избавил нас, явился в силе, а теперь, Боже, мне приходится прятаться, я просто выживаю». И ангел Господень сказал ему: «Единственный выход отсюда — изменить свое отношение. Хватит смотреть на себя, как на самого слабого и маленького. Хватит позволять среде ограничивать тебя и определять, кто ты. Ты должен принять решение и стать тем, кем я назвал тебя. Гидеон, ты сильнее, чем считаешь. Мпо, ты сильнее, чем считаешь. Сара, ты сильнее, чем считаешь. Авраам, ты сильнее, чем считаешь. Ты сильнее и способнее. Обстоятельства, среда, прошлое не определяют тебя. Обетование Божие все еще да и аминь. Ты должен принять решение и поверить в то, что говорит Бог. Представьте себе, что Бог приходит к вам и говорит: «Господь с тобой, муж сильный». А он отвечает: «Господи, как я могу?» Некоторые из нас готовы пасть так низко, что мы даже не видим будущего. Но я здесь, чтобы сказать вам, что Он — ваше будущее. Он сказал Аврааму: «Я — твоя великая награда. Я — Альфа и Омега. Я — путь, истина и жизнь. Я — яркая утренняя звезда. Я прокладываю путь. Я — избавитель. Я — Бог прорыва. Я — Бог, который не оставит тебя. Где бы ты ни оказался, моей благодати достаточно. Гидеон, ты сильнее, чем думаешь. Настало время подняться внутри. Настало время пойти вперед, несмотря на то невозможное, с чем вы сталкиваетесь. Несмотря на великанов, которых стало больше за это время, ты сильнее, и у тебя все есть, что нужно. Бог создал тебя для этого времени. У тебя есть способность и сила, знание и благодать внутри. Ты сильнее, чем считаешь, во имя Иисуса. И когда вам хочется бросить все, не делайте этого. Если вы упали, поднимитесь. Почему? Ведь когда я слаб, я силен. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Когда сатана напоминает вам о вашем прошлом, напомните ему о его будущем. Когда вы слабы, скажите себе: «Тот Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет внутри меня. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я сильнее, чем мне кажется, во имя Иисуса». Мартин Мюллер, мне нужно заканчивать. Нацисты посадили его в тюрьму за его веру. Это был величайший муж веры, который жил в Германии. Он сказал: «Человек не осознает, как много он может пережить, пока не будет испытан. Библия говорит: с радостью принимайте, когда сталкиваетесь с испытаниями. Божья благодать откроется, и Бог прославится. Никто не может раздавить вас. Дьявол не может удержать вас. Оппозиция не может сбить вас с пути, потому что вы сильны в Духе Святом. Он говорит: вы можете перенести намного больше, чем вам кажется. Вы намного сильнее, чем считаете. Раньше нас заставляли проходить армейскую службу. У нас были марш-броски. Нас заставляли нести множество вещей, в которых не было смысла. Это было невозможно. И когда тебе казалось, что это конец, ты забирался на эту гору. Все в тебе говорило, что сил больше нет. А ты не прошел даже половины, но ты все равно забирался на гору. Все в тебе говорит: сдайся, выбрось камни, выбрось спальник, это слишком тяжело, я не могу сделать этого, я не могу дышать. И чему же ты учишься? Ты учишься ставить одну ногу за другой и поднимаешься на гору. Ты больше не смотришь на вершину. К тому моменту ты уже побывал на множестве других гор. Ты думал, что все закончится на вершине той горы. Но нет, когда ты поднялся на вершину, то увидел следующую гору. Приходится учиться не заглядывать вперед. Достаточно просто смотреть под ноги. «Слово Твое — светильник ноге моей. Делайте по шагу за один раз. Поднимайтесь по шагу за один раз. Возвращайтесь к работе по дню за один раз».
Скажите еще одну молитву во имя Иисуса. Продолжайте двигаться. Не сдавайтесь, не бросайте, не падайте. Вы сильнее, чем считаете. Божьей благодати достаточно для вас. Ведь Он говорит, то, что лежит перед нами и за нами. Мелочь в сравнении с тем, что находится внутри нас. Когда вы направляете то, что внутри вас, наружу, начинают происходить чудеса. А что в вас? Дар Божьей благодати. Личность Иисуса Христа, воплощение благодати, надежда, жизнь, смелость. И я не говорю о вопросах разума. Хоть вам и нужно обновить свой разум, я говорю о том, что находится внутри вас, независимо от того, с чем вы сталкиваетесь и какие мысли приходят вам на ум. Знаете, что вы сможете, потому что вы сильнее, чем считаете. Братья и сестры, когда вы начинаете полагаться на Божью благодать, каждый день дается легко. Это не означает, что вы не будете сталкиваться с вызовами. Он сказал, «Иго мое легкое, а бремя мое не тяжелое». Живите ради целей Божьих. Вот почему в нашей церкви мы все связываем с целями Божьего Царства, не с целями жизни. О нет, Бог родил его, чтобы он мог исполнить свое предназначение как доктор, как ведущий. Есть люди, которые прошли через худшие времена. Я говорю о ведущих, спортсменах, менеджерах футбольных команд. Это касается не только церкви. Такое чувство, что все, что поднимает дух общества, было забрано без какой-либо логики или научного доказательства. Давайте просто уберем то, что дает надежду. Мы много раз говорили о том, что наша страна примирилась не благодаря матчу по регби. У политиков короткая память. Это сделала церковь, не политики. Положили конец апартеиду. Не политики разобрались с расизмом. Это сделала церковь Иисуса Христа. Не политики разобрались с пандемией ВИЧ. А церковь Иисуса Христа, они просят церковь стать центрами вакцинации. Но церкви не могут поклоняться. Я говорю, церкви не могут поклоняться. Меня осуждают за твердую позицию в отношении церкви, но меня это не волнует. Это цель Божья. Я буду смелее и громче во имя Иисуса. Церковь Иисуса должна быть открыта, потому что для ЮАР нет надежды и восстановления, пока церковь закрыта. Пусть Бог поднимется, и пусть его враги рассеются во имя Иисуса. Поднимись, Боже, поднимись ради народа Твоего, во имя Иисуса Христа, независимо от того, с чем вы сталкиваетесь сегодня. Я хочу сказать, что Бог с вами. Аллилуйя! И что Божьей благодати достаточно для вас, и благодаря этому вы сильнее, чем считаете. Аллилуйя! Это не религия, не вопрос разума и не теория. Бог реален, и Он действительно любит вас. Он умер за вас лично. Я знаю, что сегодня вы можете быть подавлены, но вы можете сделать один шаг в верном направлении, отдав жизнь Иисусу. И я хочу, чтобы вы закрыли глаза и склонили головы. Где бы вы ни были, если вы не отдавали свою жизнь Иисусу, возможно, вы сделали это когда-то, но пандемия привела к тому, что вы потеряли себя. Так вернитесь к Иисусу, отдайте себя Ему, откройте свое сердце и позвольте Иисусу прийти к вам. Я хочу, чтобы вы положили руку на сердце, где бы вы ни были, и повторили эту молитву со мной сегодня. Скажите, Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе, и я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я верю, что Ты живой. Сегодня я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Пожалуйста, прости мне мои грехи. Спасибо.
что Ты услышал мою молитву и вернул меня на путь жизни. Я молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.